Чё, как там в Ассасине? Ну, я вот когда вчера поиграл, прошел там по сюжету чуть-чуть. Сегодня вообще каплю вот поиграл, что-то минут 20-30. Долго, Лёнь, там, но скажу тебе, что, как ты видел видос, мне как бы уже стало полегче. И меня убивают далеко, там, ни с одного, ни с двух, ни с трех ударов, как было в начале, потому что я там прокачался. Вот. Как бы я не жалуюсь. Просто я не понимаю, как люди на средней сложности играют, это же вообще, ну это типа вообще. Как бы, включил режим бессмертия, играй, то же самое. Вот. Ну блин, вообще, вообще навыки-то разные, слушай. Кто-то он в Варкрафте так кнопки нажимает, блин, мышь. Согласен. Ну, я имею в виду, выставляешь. Я раньше, когда начинал Warcraft играть, я нажимал мышкой все. Ну, кроме движения. Ой, у меня тут... Поэтому, блин... История была прикольная еще, можно сказать, из детства, когда у меня еще не было компа, мы ходили в компьютерный клуб. Вот. Андрей, ну, в StarCraft хорошо играет. Очень любил. И... Я тоже хотел, типа, не то чтобы научиться, но так играть. И он, ну, хорошо все знал, там, ну, там, на кнопки всех строил юнитов и так далее, а я, как бы, ну, ничего не знал. И раньше не было никаких, там, гайдов, еще что-то. Гайдов, да, 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 да. Он мне, короче, взял, ну, говорит, за кого ты будешь, там, допустим, я за зергов. И он мне на бумажке, там, листочек, веточку, прям вот написал кнопки. И я сижу в клубе, значит, передо мной это листик. Чуваки мимо проходят, там, он говорит, нихера себе, смотри, парнишка учится, блин. Команда написана. Блин, ну тут такая ностальгия. Ну, в итоге, слушай, конечно, а у тебя тоже Дед Мороз не прогрузился? А, какой? Костюм. Не знаю, я бегал какой-то полосатый. Не, я нормально. Да ёпта. В итоге я так не стал помню, играть. Я тоже лупил. Лупил этот StarCraft, но во второй-то. Не, вот я вот такие стратегии прям... Я люблю смотреть, играть не. Потому что нужно кошку напрягать, да, конкретно, да. А я не люблю это делать. Напрягать. Там кошку. Надо тайминги знать, стратегия. Ну, для начала, мне кажется, нужно игру любить вообще. Чтоб не, ты хотел, ну, это понятно. Все это знать и заморачиваться. Вот Андрюха, он прям... Я тоже за зергов лупил. Да это я так зергов сказал, я как бы... Все нравится, в принципе. Mm-hmm. Не, я зергов любил это. Смотри, смотри, чувак, да, вот это? Да. Вообще, что-то смотри, смотри, сейчас вылетит. Не, у меня бодиф... А, я уже у меня это боди какой-то. Боди фейс, ладно. Давай посмотрим. А, тело вижу, да. Упал. А, все. Не, я в старик играл, ну я не знаю сколько, но наиграл там так вот прибить. Мы там и ранки-то играли, и компанию я все проходил, очистки делал, все. По-моему, первый StarCraft, когда еще интернета не было такого. Ну, может и был, но у массового не было интернета кабельного, был модем. И вот он. Да, да, типа стрима. Надо на телефон там... звонит, интернет включай. Да, ну, звонит ладно, типа вроде, но если типа трубку берешь, тогда да. Да, 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 вот я знаю, у меня был такой первый. Или он, ну не суть, и короче, вот Андрей, я помню, какая-то игра была, он по интернету вот заходил, там, коннектился на какой-то, у нас был неофициальный вроде там пиратка, и ну, на Подольск он заходил, сервер Подольска. Вот. Ну понятно, кто сервак держал. И там, ну как бы были там и достойные игроки, как бы, и вот он играл, и как-то играет напряженный момент, и там это. И раз, короче, завис там. Блять, что такое? И выходит там что-то. Что-то в коридор. Такой, кто-то трубку взял, там, ой, да, там я там трубку хотел позвонить. Я же сказал, никому трубку не брать. Блять. Так, конечно, расстраивался. Ага. Это дичь, блин, тоже. Ой, там эта модема коннектилась полчаса. Блин, эти звуки. Все эти дисконнекты, скорость мизерная. Сайты грузились, по минуте, я не знаю, просто сайты.
Там на порнушные сайты выходили, картинки грузили, вспоминайте. Вообще. А, и, соответственно, трафик там, ну, не без лимит, это же трафик, денег стоит, любой трафик. Я пошел. Ой, вот я нет, как всегда. А, так у тебя не Дед Мороз не будет? А, у тебя вообще какой-то скин другой, как будто. И не да у тебя... Фа... Да ёпта. И не у тебя одного такой скин, я тебе хочу сказать. Да, какие-то зеленые бегают. Лёнь, ну, не, не пройду. Лёнь, ну, что... Это не мой уровень. Нет, если в конце начинаешь не первым, все, извините, потом очень. То, что ты если бежишь в последних рядах, они туда все прыгают, естественно, те, кто забивает, там на второй этой площадке они все катаются, тебя почему-то, ну, ты прыгаешь туда, и тебя все толкают. Ой, короче. А до третьей, если дошел, дай бог, не отдохнуть. Я должен сказать свою коронную фразу. Короче, забей. Ой, вот эта вот штука. Надо снежный ком собирать. Ну, то есть, кто будешь квадратиков соберет? Да. Вот, заметьте, тут будут друг другу все мешать. Шар тормозить. Ну, я тоже, наверное, вообще посмотрю, пойдет. Ну, куда вы? Не, а там надо просто процентно собрать, да. Одна вот такая квадратика, это вроде 1%. Ну, один или два, да, непонятно. Так, желтый же бежит к нам. Тогда я побегу, наверное, к желтому. А ты чё, они нам... Стоять! Знаешь, во что мы будем с тобой играть? Знаешь, во что будем? А что? Дьявол 4. Бля, ну это однозначно. Ну, ну да! Immortal очень, вот, который на мобилке, уже понравилось людям. Да, я сегодня читал статейку, то что, ну, она очень прям такая. Я даже смотрел на твиче. А это? Ну, это кому-то там досталось, было два стримчика только, ну, его не очень много смотрело людей, и, вот, это типа, ну, вроде как говорят, типа, как Diablo не 3, а 3.5, да, типа, так скажем, доделано. Да. Потому что там очень большая вариативность, много всяких штук добавили, вот, короче, наверное, будет неплохой продукт. Ну, естественно, монетизация там есть. Первый из самых основных, да, это то, что ты там порталы будешь открывать, для этого надо пупки выбивать, ну, как в третьем Diablo раньше было, что надо было выбивать эти какие-то там желтые штучки, не помню какие. Вот, а потом их убрали же. Вот, и... Мы, короче, сосали. Можно их выбивать, они будут разные. А будет этот, как... За денежку можно будет купить, что тебе типа бесконечно будет. Ну вы да, там голубеньким осталось 4%. А желтый тоже собрал. Ну зато долго ждать не пришлось. Для Diablo нужно мобилу нового покупать будет тогда. С большим экраном. А еще можно, наверное, слушай, геймпад да. Подключить, если он нормально цепанется. У меня есть, да. У меня, правда, для наверное, этого... Вот. У меня для четвертого DualShock'а есть такая держалка специальная. Ты на геймпад одеваешь и туда телефон вставляешь. А вот для этого хз, подойдет, не подойдет. Потому что, блин, не знаю, ну, можно, конечно, играть, но... В телефоне понятно, что можно, блин. Можно и на гитаре, да, Dark Souls пройти. Но все-таки там. На столько... бананах. Да. Я вот не люблю вот такие супер-супер крутые серьезные игры, типа там ММО, еще на телефон, потому что там интерфейс, он для тебя пол экрана занимает, эти кнопочки, менюшечки. Не, там я бы вроде бы не так много получается. Не, ну в них надо играть на планшете. Ну, на планшете, да. Либо покупать себе какой-нибудь Samsung, там, по 7-дюймовый почти вот такой, и вот тогда добыть класс. Не, да, на планшете идеально, точно не спорю. Ну, вот... Ну, сейчас и телефоны такие огромные, блин, 6.6, 6.7. У Switch'а, блин, дисплей меньше, по-моему. Там 6.2, что ли.
Не, ну я-то больше, конечно. Ну не, понятно, что я попробую, я думаю, она мне в принципе пойдет. Семерка, я думаю, еще потянет. Это, конечно, не 12-й айфон. С его суперпроцессором. Вот, а так да, вот. Четвертый Диабло, вот так. И они потихонечку рассказывают там все. Всякие новости, вот это все. Ну, они, видимо, его только в феврале показывают. Ну, они и так уже показывали его, в принципе. Нет, нет, они показали тизер и, грубо говоря, просто типа, что с чем? Надо же показать игровой процесс. В смысле? Ты про четвертый Диабло? Или про что ты говоришь? Да, да. Так геймплей же куча. Не, ну там это мало всего. Им, ну, это не то, блядь, короче. Это все тизеры. Так скажем. Тебе-то нужно хотя бы альфу, чтобы показать. Дали людям пощупать, то есть дали раз альфу версию выпустить. Вот. Это, ну, это будет на Близконе, а Близконе, ну. Ну что тебя подкинул-то? Я же. Да, там будет, ну как это все будет реализовано, конечно, непонятно, потому что оно все выглядит всегда классно. Смотри, Лен, будет реализовано по одному из двух путей. Либо круто, либо говно. Если круто, играем говно, играем в другое. Проблем нет вообще. Надеюсь, что круто. Я хочу, чтобы оно было сложно, как третий Диабло вначале. В принципе, да, конечно. Только вышло. Когда ты первый акт проходил, приходил во второй акт, ты понимал, что как бы тебя здесь не ждут, если пока рано. Отправляйся назад в первый акт и фарми там. Фарми повод, убивай. Ну, согласен, лучше так, чем, блядь, вводить 20 уровней сложности и... Ну, то есть... Нет, это можно потом, для хардкорных-то игроков у тебя должен быть... О, а тут чуть-чуть поделать, как только здесь нужно салить, чтобы это... Заражать, короче, мы с тобой вроде играли. Нет. Бегать от заразных... Я, короче, должен синеньких трогать, да? Нет, пока ты не заразный, надо бегать от заразных. А если заразишься, то да. То уже будем их трогать. Трогать я люблю. Ну, да. Ой, сейчас тут внизу спрячусь. Здорово. А тут безопасно, слушай. Давай побегаем пока здесь. Пока к нам сейчас синий зараженный не прибежит, у нас сразу такие отсюда. Да. Я уже побежал. Я пока тут все. А что, хорошо, тут вообще никого нет. А вот уже заразные пошли. Бежим отсюда. Уже много синих заразных бегает. Стрёмно. Да. А ты еще. Ой, за мной погоди. Там за мной бежит какой-то подлец. Ой, сколько их тут? Бежим. Ой! А, я заразный, да, стал. Ну как он даже ничего не потрогал меня? Так, 3-2. 3-2. Лови у того синего. А я до сих пор не заразный. Мы прошли. А ты в Диабло предпочитаешь больше играть на хардкоре или софткоре? На хардкоре. Ну, у меня на хардкоре и сколько там штук 5 персонажей было, и на софте парочка. Там Хант, Маг, у меня был Монах. Короче, все. На софте были. Некромант только не понравился. Чё, не моё. А так, я Хантом играл изначально. Потом
магом играла. Ну, монахи и все остальное, там, варвары и паладины, это так чисто, там, я скачал, ну, так вот. Вот, а так хантом лупил. А на хардкоре, ну, я играл, ну, одному сам понимаешь. Не так интересно. Просто на хардкоре есть азарт. Это да. Потому что надо, ну, играть. Понятно, что да, интернет у тебя отключился, тунер, все. От этого не защищен, ну, слушай. Зато тебе интересно, ты добиваешься чего. Плюс на хардкоре ладдер попроще добивать. Если на хардкоре поменьше, ну, людей тех, кто возьмет рейтинг. Ой, я второй добежал. Ой, Ленка, не жал. Слушай, ну с тобой же это какой сейчас? Четвертый раунд будет. Третий? Ну, это да, третий да, был. Да. Хардкоре прикольно, да, тем, что ты каждый твой уровень, каждый твое какое-то достижение, новая шмотка, она, ну, гораздо ценнее. Да. Ну, потому что... Ты радуешься всему. Даже там, когда они вели, с этой вели в 2.4 патча порталы, стало же проще. Там ханты были, конечно, залпом, например. Хан... Ты вообще тащишь. Если у тебя, был, короче, в сезоне, там же потом начали сеты давать, сезонные вот эти задания выполняешь, там да. И если у ханта был сет через залп, все чуваки делали 4 ханта, одевались сет через залп, фармили шмотки. Это которые сверху, да, чтобы стрелы быстро валились? Или нет? Нет, это Натали. Нет? Это когда залпом стреляешь перед собой треугольником. А, это, ну, это. Вот и ты в 4 ханта просто бегал и ваншотал все. А в чем там фишка была в этом сете? Че он давал? Урон от залпа очень большой. Все, наверное, они руны действовали, да, на него там сразу? Или нет? Не, насчет рун не помню, ну короче, урон. Лень, блин, мы же тут с тобой друг против друга, черт. Да, да. Ладно. Я вообще не через одну не прыгнул. Я тоже. Да еб... Ну, честно, они появляются не там, где надо. Ну вы дурачки, что ли? Здесь народу меньше, и прям это много свободных есть. Я пошел. Да там два человека осталось. Блин, не везет с этими штуками. Ты здесь спасешь. Я тут где не набегаю. Да я залез, а то вот там они. Все эти количества. Я все уже нет, не успею пройти, все равно у меня больше. Потому что я прыгал, а чувакам засчитывается. Мы одновременно прыгаем, засчитывается им. Ну нет. Леваня. Вот этот залп очень дамажил сильно. Он там именно урон процентно увеличил, плюс там руны брались и так далее. Нет, ну короче, убил, например, не 2 миллиона, а 20-30 миллионов. Ну и потом крутил там ловкость и так далее. Крутил на одном месте, да? Да, и ты просто бежал вперед. Ну, там единственный минус был то, что этот хант, он очень, ну, стеклянный был. Вот, то есть, ну, там чуть ли не от каждой пупырки мог померить. Но ты им очень круто расстреливал. То есть ты мог стрелять, ты даже не видишь там за экраном мобов, они умирают. А, он, так, он же обычно не так далеко, да, стреляет? Не, он сам все далеко, просто, ну... Я не помню, там все руны давали телепорт. Я не помню. Нет, там брались руны на этот. Потому что снаряд дополнительно вылетает. И там же ульта появилась, возмездие или как-то. Она еще урон увеличивала процентную куда. И реген был. Ты должен был потом камнями добить, чтобы у тебя восстановление. Короче, у тебя когда заканчивалось, это ульта типа. И ты сразу мог нажать новый. То есть она, ну, прямо впритык к КД была. То есть закончилась, сразу нажал.
Вот и, короче, мочил всех. Вот, она давала там, ну, тебе минус урон, просто урон, и этот... короче, долбил. А потом появился новый сет через метание кинжала. Ух ты. Ну, и ты мог, типа, босса в портале ваншота. Да ёпты, блин, я сам не сухал. Не сам, если не то есть. Ну, почти. Низко, короче. Да, и там... был кинжал, ты типа кидаешь, и он там, у него как бы он не всегда бьет, а у него есть как внутренний кулдаун, там некоторое количество времени, там сколько-то секунд. Вот, он типа как критует там, да, это под этим возмездием и так далее, там криты вылетали по миллиарду, ну такие цифры, в общем. И ты, в принципе, все нажимаешь, да, плюс ты там бегал, типа, форма есть, как мрак, ну какая-то хрень разная, такие щупальки вокруг тебя были. Вот, с этим сетом у тебя все руны работали, то есть там и хп, и реген, и передвижение, все это было очень быстро. И... да ё-ё, Лёня, я так хорошо наверху, я так там отрезал всех, и готов уже был там один тусить. Двое, ну, там же двое... сверху есть чуваки. Сверху чуваки еще? Двое уже, да. Двое отлетели. Да, самое есть, там один что... снизу, два с над тобой. Самое интересное, что снизу там уже... нет, ну... один с тобой. Да, ну, да. Даже этого одного. Вот с этим кинжалом, короче, забил вообще такие шоты были. Он был мобильный, хант, и бесконечный. Ну ты, короче, у тебя чуть ли не. Ну, бесконечные перекаты были. Лен, я упаду сейчас. Ты еще брал руну. Да не. Вон у тебя там можно будет перепрыгнуть. Я упаду, да. Я меньше. Теперь нет. Тихо-тихо-тихо-тихо, ебись, дурак, не бегай за мной. Ну что такое? Ну шо вы? Ну шо экшен пошел? Все, ты за мной. Пизда пока. Ты! Уроды! Собаки! Все уроды! Так, я выхожу сейчас. Поэтому 4 дьявола выйдет, будем пухать. Сейчас, минуточку подойду. Прям, да. Минуточку.
Че тут? Mm-hmm. Поехали. Пойдем. Конечно. Я так подумал, блин, еще же есть парочка игр, которые я хочу. Даже не парочка, а наверное даже троечка игр с коллекции, которые я, возможно, буду играть. Это Fallout 4, это Crash Bandicoot. И возможно. Это Resident Evil 7. Из тех тому, что, блин, сколько игр есть. Так круто. А времени нет. Ну, лучше так, чем наоборот. Время есть, а игр нет. Потому что такие моменты бывали. Это называется черные дни. А нет, нет, не так. Это называется тяжелые времена, вот. Тяжелые времена. Hard times. Не, ну. А да вы... не, сейчас игрушек там много, плюс всякие скидки, все дела. Можно что-то купить. Он покупаешь себе, наверное, Ассасина, Red Dead Redemption 2 и все. Полгода хватит. Да, на полгода тянет. Ой, да, Redemption, конечно. То я там столько не сделал в плане каких-то там легендарных охот, раскопок там динозавров, которые как бы, ну. Не сюжетный, а просто. Да, да, да. Даже не знал, потому что я, ну, у него уже, ну, как бы мне хватило. Я прошел сюжет, мне хватило, если побочные миссии. И я такой, ну все уже, наверное, что-то я уже устал. Ну, крутая игра, конечно, очень крутая. А, еще для кучи можно Ведьмака. Ассасинов двух последних еще. И все, блядь. И вот тебе на год не нужен. Мне кажется, после Вальгалы зайдешь Ведьмака и такой, типа, от графики такой, ну, тет как-то. Ну тут да. Варгали прям хорошо. И то, блин, с учетом того, что это мультиплатформа, которая вышла на PlayStation 4. Я вот мне прям интересно, когда уже будут эксклюзивы и какая там графика будет. Ну они же, видишь, все предзаказы сейчас только, поэтому. Не, ну Человек-паук. Он, конечно, полноценная игра, наверное. Не, он больше, уже есть. Наверное, как он... крупно DLC. Он на четверке же он есть. Не, ну. Ну, это ты... эксклюзив. Вот,
Нет, я к тому, что именно такие эксклюзивы, которые не будут на четверке. Без оглядки, скажем, на прошлое поколение. Вот как Demon's Souls, пока это единственная игра. Ну я понял, понял. Короче, ждем новую игру от Naughty Dog и, блядь, опять дрочим на графон. Ну это не скоро еще будет. Да не, ну это я так. Паролин, еще подожди. Уже устраивал и на четверке блоке, то есть я запускал Horizon, мне все нравилось, то есть я понимал, что есть куда стремиться, но меня это уже устраивает, поэтому я, конечно, уже больше за геймплей готов топить, потому что график уже есть. Как бы ты знаешь, я в том же Ассасине бегу вперед, ну там если какая-нибудь большая такая, как сказать-то, Равнина, ты бежишь по ней, ты видишь, что немного дальше возьми, и там травы нет. И ты бежишь на лошади, и трава появляется. Ты как бы это видишь. Ну, mm-hmm. это как бы, ну, как бы это, ну, не напрягает. Это как бы такие нюансы, которые, как бы, ну, сложности. Ну, ты не забываешь, что у тебя все-таки консоль, а не компьютер? И тут все-таки будет графика все равно, как ни крути, чуть-чуть урезана. Все-таки мощности здесь меньше, чем ты можешь добиться в мощном компьютере. Правильно же? Правильно. Поэтому... Это просто небольшие издержки, которые позволяют выкрутить зато графику, чтобы она была качественно нормально. А уж трава, которая там вдалеке прорисовывается, да и кубики. Я не думаю, что ты на нее прям бежишь, постоянно на лошади и смотришь на эту траву. Поначалу можно, да, там посмотреть траву, как все это выглядит. Ну, это... Дело такое. Дело-то житейское. Вот. Это все, это мелочь. Долг стеночки здесь появляются. Прошел. Я когда первый раз эту карту играл, вообще, ну, она, эта карта, она с самого начала игры есть. Я очень часто падал в самом конце. Вот в эти стены я бил, ну, не могу. А сейчас, ну, я прям часто, я думаю, как же там пройти? А сейчас как бы ну, так легко это сделать. Не знаю, как я могу падать. Может, они что-то либо изменили, либо просто действительно я тупил поначалу. Не, ну карты изучишь, будет полегче. Ну ты как Demon's Souls изучаешь, как все противники что делают, карту изучаешь, находишь интересные позиции, там. Знаешь, когда Black Ops третий, что ли, ну короче, вот этот выходил, да, зомби, там была карта одна, там в общем ты получал оружие героев. Там же герои появились всякие там с луками, с гравошипами, которыми ты типа в землю бьешь, там многие отрывают игрокам. Вот эта вся штука. И они можно было сделать гравошипы на одной карте. Ты также мог прыгать, плюс от них там ауешка исходила и все такое. Вот так. Тут шарик, да, катать или что? Надо на нашу территорию как можно больше шаров закатить и держать их. Понял. Сейчас сделаем. Пускай, да. Взяли, закатили к желтой. Там самый конец закатит. Блин, что-то все. Все на у красных 4, блин. Не, это ж все понимаю, ребята. Да не серьезно разговор. Дайте нам. Не, ну я же почти докатил, ну вот собаки вроде. Он вообще ноль. Ну вот так вот. Ну, ты, конечно, да. Ну, так вот.
просто с нулем. Угу. Кстати, касаемо шутеров, мы можем с тобой, например, поиграть в Battlefield 1, который в коллекции есть. Ну так, чисто, я не знаю, зайти там. Вы играете? Не, я не знаю, наверное, играют. Ну, как бы он бесплатный, я про это. Я читаю, есть Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles, что-то такое. Да, там одна карта только. Стандартные, все остальное покупать надо. Первая карта там не очень. Ну да, не вам не угодить. Ну последнюю, если Black Ops купить, да, вот там, да. Cold War. Зашел. Ага, вон Ленька бежит. Лёня, друг. Ой, с палками. Палками. Лапишевский, здорово. Здорово, алло. Ну чё ты? Поиграть пришёл? Или в Скоримчик будешь? Пока в Скоримчик, это надо на одно место дать. Хочу. Просто по нам сошлись вот такие. Да. Да. Да нет, на самом деле, я вот когда захожу, мне пишут, типа, скажите, ну как, отправить. Чё тебе пишут-то? Я так понял, это Алейка, да, читается? Да. Я захожу такой, Алейка, но не надо тусовку. Я такой, ой, блин. Ну всё, я то есть первое, что я вижу, это то, что ты начал тусовку. Это знак, слушай, понимаешь? А, ну это прям... Ты в первую очередь видишь именно меня. Да. Причем я не знаю, как я в этой тусовке оказываюсь постоянно. Ну, типа, я же плойку выключаю, да, потом включаю, по идее, я же с тусовки должен... А уведомление все равно приходит. Тут просто в PlayStation 5 же изменилась менюшка, и тут теперь мы как бы всегда в тусовке в этой. А PlayStation 4 она до сих пор не изменилась она, и поэтому вот. Сложно объяснить, короче, это нужно просто увидеть.
То есть я могу отправить сейчас сообщение, и вы там, ну и ты, и Лёня увидит, потому что я в тусовку отправляю. Тут такая тусовка, она стала более профессиональной, что ли. Больше как чатик, короче. Кирпичами задевает, которые падают. Что-то как-то тут прям я где-то бьет далеко. Мне это не очень нравится. Не знаю. Я добегу. Я походу нет. Да. Ты не бежал? Не. Тут это, по-моему, надо сохранить. Это взял, короче, поехал. Ой. Дайте мне яичко. Это мое яичко. Так. Пойду к желтому, не хреново. Давай, тащи инсо, Лёня, третий будет. Ладно. А здесь нужно прыгать немножко, отойти назад и прыгнуть. Так неудобно запрыгивать вот с места. Ну, Лёнь, удачи. Оборотов. Как повезет. Попал. Окей, я понял. Офигеть, ты хардкорщик. Прямо по центру, ё-моё, бежишь и все просто. Бог тебя бережет от всех. Просто они все облетают. Жесть.
Ну ты, кстати, сколько? 7, 8, 9, 10. О, блин, последний, красава. Слушай, ну финал. Или не финал? Или нет, что ты делал? 12 осталось, значит, финал. Я уровень скорее. О, о, понятно. Ну ладно, финал дошел уже продали. Такой станет герой. Они дурачки просто прыгали бы, по чуть-чуть ломали бы. Тебе ж хуже делать. О, уже трое упало. Так, Лёнь, давай, держись. Хорошо, что тут не скользко. Да, аккуратнее сейчас валишь, чтобы на край. Вот так вот, да? Эх, ты зря рискнул. Полетел куда, ты бегал бы там себе в сторонке. Так, ну все, выходим. Последнюю спать. Спатеньки он собрался. Да, да. Это ты поздно встаешь. А кто поздно встает, там Бог. Ну? Не дает. Где-то. Где-то 7-10. Хорошо, а тебе? Я пока пойду, наверное. Не знаю, наверное, уже не зайду. Куда ты не зайдешь? Куда? А, удачки. Давай тебе. Просто Скорим не победил кого-то, расстроился бы. Вот Скорим уже играет несколько лет, блин. И никакой Атин не возьмет.
Ну не берет, наверное, специально, то возьмет, когда платину, то все. Если нет вентилятора, то я покажу пасть. Да, он чувачки летят, вижу. Чуваки падающие просто. Вот они просто бегут и падают, даже их ничего не задевает. Ну пацаны, ну видишь, чё они встают-то прям перед проходом, ты не понимаешь? Они просто встают перед проходом и стоят. Чувак стоял, ждал его, успел зайти. Ну вот, твой любимый Леонид. Обожаю это. Самый лучший уровень. С Леонидом. А как у тебя отчество, блин? Алексей. Алексей, Сталин Алексеевич. Лекий ужасный. Понятно, первый. Первый сальфу зашел. Во второй не зашел, да не, ненавижу, они прыгают от этого, по 20 человек. Еще есть чуваки, которые вон специально стоят, блочат. Нет, нет, ну... Ну, почти. Фу! Прошел? Невероятно, я прошел первый раз. Да. И второй, второй. Невероятно просто. А у тебя ник Олейка, это как он вообще появился? Что это значит? Не знаю, просто Warcraft. Али. А какого? Алия. Алия? Серьезно? Не знаю, как то. Ну, наверное, да. Я изначально так, наверное, как-то думал и вот добавил буквы, получилось. И давно, да, уже ник такой? С Лича. Ну, да. Сколько это? Когда 8-й год, да, он рушил? 12 лет.
Лейка, алейка. Так-то раньше не заморачивался по этому поводу, это вот потом. Лёня, беги! Если Лёня полетел. Этот уровень тоже поначалу казался таким сложным, а сейчас уже, конечно. Не, есть некоторые достаточно легкие, а некоторые новаты. Тут народу много бежит, если не попадаются вначале. Ну это да, мешается. Так-то они... Да, какой у нас бой? Звенья погони. Хватайте, удерживайте пингвина. А он один, что ли? Нет, тут их несколько. Вон в углу там есть, в центре есть. Надо количество пингвинчиков или типа очки дают? Надо держать пингвина просто и бегать с ним. Тогда будут очки идти. Блин, там... Ой, куда? Наверх залетел. Да ёпта. Эти пингвины, прямо они все. Ха, такой завесок. Дай мне. Да я нашего желтенького пытаюсь спасти. Тоже нашего желтенького спасаем. Мы проиграли, да, или нет? Нет, мы желтые. А, мы желтые. Это синий проиграл. У меня это время сверху, я не вижу никого синих. 14. О. Да, да. Жесть. Финал, Лёнь, слушай, мы с тобой впервые вдвоем финал прошли. Посмотрим, что тут сейчас будет у нас. Да нет, за тебя. Не подведи. В плане. Чтоб ты победил. Ага. Вот за тебя болею. Ну,
Вон как она что-то. Блин, не ты мне палыч. Вот вылетел? Чуваком, я прыгнул. Да, и под чуваком сломался. Двое уже вылетел. Ну типа я вот так же бежал, как ты, и вот оно. Ты че? Блядь! Я прыгнул, не сработало, блин. Ну и жопа. Ну так все, да. Ну ладно, дошли уже столько раз, побольше, поэтому как-то, да? Ну все, там чувак, который желтый бегал, он выиграет. У него там очень хороший. Это нет, он другой к нему в гости пришел. Жесть, их двое осталось. Нет, желтый проиграл. Слушай, синий крутой, молодец. Ворвался к нему. Захватил его территорию. Так, ну все, ты погнал, что ли? Да, спасибо, я побегу, а то завтра рано вставать. Давай, да. Поэтому... До вечерних встреч.